Мне сейчас сказали, что у меня может лопнуть губа. Просто видно. Господи, мне так страшно. Я бы, хоть бы она у меня просто не лопнула. Я не знаю, мы сейчас пойдем в СМП, в ЦГБ, куда-нибудь. Кто-нибудь может подсказать, что мне делать? Они растут с каждым просто часом. Я выпила таблетку от аллергии, она мне не помогает. У меня губы до носа уже. Я просто приложила холод, она еще больше. Мне кололи гиалуронку. Я уже выпила просто все, что можно. Вы не можете себе представить, я даже жить не хочу. Вот просто вот мне до такой степени накрыло. Так вот и живем.